Вооруженные силы Армении продолжают акт агрессии в отношении мирного населения. Города Мингячевир и Тартар подверглись огневому поражению ракетами со стороны вооруженных сил Армении. Есть раненые. Об этом сообщило Министерство обороны Азербайджана. По данным Генпрокуратуры, в результате попадания по частному дому в Мингячевире 5 человек получили ранения и были госпитализированы с различными травмами. Дому нанесен серьезный ущерб. Заведующий отделом по вопросам внешней политики администрации президента Хикмет Гаджиев на своей странице в Твиттер также сообщил, что по районам ХЗ и Абширон были выпущены 2 ракеты средней дальности с расстоянием полета 300 километров.